Так, вопрос о беспорядке. Так как я сегодня инвалид, ходить мне достаточно далеко. Ну, я вам показываю район Наны. У нас большой Макдональдс. Вон идут туристы. Кто-то чем-то торгуется. Это туристический район. Вот эта улица. Как обычно, едут такси. То есть ничего обычного, необычного особо не происходит, потому что мы находимся в туристическом месте. Это здесь нет просто государственных каких-то учреждений. Вот. Здесь вот дорога пустая, дальше жуткая пробка. Лотки торгуют. Таксисты предлагают поехать с ними куда-нибудь на фабрику. Ну, еще туристы сидят, кушают. Короче, у нас пока все как обычно, с точки зрения туристических районов, по крайней мере. У нас их здесь демонстрантов нету. Ну, так вот, смотрите.